Добрый день. Здравствуйте. Здорово, с некультурой. Ты некультурный? Я этот вопрос не задавал. Я не хочу передать. Говорю, пожалуйста. Пресс! Три подхода! Любые три упражнения в танце не работает по сути. Что-то похоже. Только не побрал. Хорошо. Когда победить надо, я буду с собой прийти. Когда посмеяться. Лежали в другую сегодня. Коллектив отличный. Адаптация прошла успешно. Поддерживает, подсказывает. Ну, как и Дима, как и вся команда. Там ребята, кто с Чертанова знаком еще, могли влиться в коллектив, вот поэтому все супер. Мы на сборах находились под нагрузками, вот, сборы, я считаю, прошли хорошо. Хорошо, что у нас практически не было травм, вот, поэтому готовимся к первой игре. Первая игра с Акроном, символично? Ну, не знаю, как символично, вот, но приятно встретиться там с ребятами. Там осталось не так много ребят. Я очень благодарен этой команде, владельцу, всему тренерскому штабу, кто там был, всему административному, игрокам, также пацанам, вот, всем благодарен, потому что какие там условия созданы, это просто супер, все для футбола, все для развития. Вообще Акрон сильная, ну, как бы команда непредсказуема, да? Ну, не то, что непредсказуема, просто очень сильная команда, плюс у них много сейчас усилений, вот, и я думаю, не зря они вышли в РПЛ. То есть недонастроенная эта команда не будет? Нельзя, чтобы он был, чтобы какой-то недонастрой был. Надо настраиваться, как на любую команду. Плюс они только вышли в РПЛ, им явно есть что доказывать. О, хорош, тики. И переключился. Ну, все супер. Вот. Спасибо партнерам, тренерскому штабу. Вот. Тепло приняли, все требования понятно. Готовимся к первой официальной игре. Да, у меня, в принципе, с адаптацией нет сложностей, вот, поэтому все прошло хорошо в штатном режиме. Сборы тяжелые были? Все говорят, что Михаил Михайлович тяжелые такие нагрузки. Ну да, достаточно тяжелые, но самое главное, что они прошли без травм, вся команда в боевой готовности, вот, и ждем всех на трибунах в субботу. Несколько было контрольных матчей, забил ты 3 мяча. Это говорит о том, что ты уже сыграл с партнерами? Ну, моменты были, вот, реализовал. Сейчас самое главное командная игра наладить, но еще есть недочеты, вот, к чему мы стремимся их исправить. Я надеюсь, что в дальнейших играх, от матча к матчу, будет все лучше и лучше. Что скажешь об Акроне? Команда первой лиги, новичок? Да, дебютант в премьер-лиги приедут настроены, вот, легкой игры не будет. Ну, мы тоже будем настраиваться, я думаю, будет и интересная, красивая игра. Локомотив фаворит на бумаге. Ну, как думаешь, матч все равно тяжело может получиться? Ну, это только на бумаге, вот, все показывается на поле. Поэтому не смотрим, какая команда вот, приезжает, либо Акрон, либо Динамо или Зенит. Вот, настраиваемся на всех одинаково. И главная задача – победить. Ай-яй-яй, опасно, а? Да, да. Где Таня? По мячу только работает. Шикайся, Антоня. Нет уголов! Нет уголов! Вставай, 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 дорогой!
Да, два есть. А, забивание считается? Да, считается. Все, все, кувыркнулось, кувыркнулось. Не один считает, что было. Спасибо за Ленчик. Да, я его услышал. Когда медленно, легко там бросить. Когда на скорости, то считай. И это тоже нельзя. Давайте. Два, три, четыре. А не видел, что здесь ставят? А, это не медиалига? Да. Это не сегодня. Ну ты не бил по мне сильно. Нет, либо мы договариваемся, что бьем сильно, либо не договариваемся.